Европа будет покупать у США больше газа. Трамп. США и ЕС договорились усилить сотрудничество в сфере энергетики. Евросоюз хочет покупать у США больше сжиженного природного газа. Евросоюз готов покупать больше американского сжиженного природного газа, СПГ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Вашингтоне. «Мы согласились усилить наше сотрудничество в сфере энергетики. Европа хочет покупать у США, РЭД, больше СПГ. Они станут крупными покупателями», — сказал Трамп. По словам президента США, это позволит Европе диверсифицировать источники поставок. В свою очередь, Юнкер отметил, что ЕС намерен построить больше терминалов для получения СПГ. Напомним, в среду, 25 июля, состоялась встреча Трампа с Жан-Клодом Юнкером. Стороны договорились о полной отмене торговых пошлин и барьеров. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.